помаду еще ярче сделаешь? Очень умно. Ну да, куда мне до тебя? Платок не хочешь одеть? Не одеть, а надеть. Мне плевать, хоть задеть. Просто сделай так, чтобы платок оказался на твоей голове. Мы об этом говорили уже 1000 раз. Тебе не надоело? Мне не надоело. Поговори мне в 1001. Одеваешься непонятно как, намаз не делаешь. Да что вы говорите? Да ты сам забыл, каким человеком ты был. Ты что, такой намаз даже не знал? А сейчас он стал святым человеком. Еще и из меня решил монашку Никто сделать. Никто не собирается из тебя делать монашку. Мне просто на тебя не наплевать. Если тебе на меня не наплевать, оставь мне жить своей жизнью. И вообще, мы живем в светском государстве, потом не тебе указывать, как мне жить. А кому тогда? Для Всевышнего не имеет значения, в каком мы государстве. Я просто не хочу, чтобы ты ходила по улице, разодетая, с распущенными волосами, как... Как дешевка? Я не это хотел сказать. То есть ты считаешь меня дешевкой? Я не считаю тебя дешевкой. Знаешь что, с меня хватит, я ухожу к маме. Амина! Несомненно, для жены, может быть, это очень трудный, сложный шаг в ее жизни. И муж должен отнестись к этому с пониманием, поддержать ее, показать красоту его религии. Ссорами и криками он ничего не добьется. Наоборот, все станет только хуже. В семье могут быть разногласия и ссоры на почве разных религиозных взглядов. В таком случае им необходимо набраться терпения, особенно мужу, и не стесняйтесь обращаться к знающим людям. Возможно, взгляд со стороны поможет решить вашу семейную проблему.